Среди людей деловых вряд ли найдешь хоть одного, кто бы мог позволить себе такую роскошь, равнодушно иронично относиться ко времени. Большинство предпринимателей зависит от него. Рабочее утро Николай Веснин начинается с звонков в Москву. Правда, в столичных офисах даже в 9 утра, а у нас уже пробило 11, еще никто не отвечает. У нас уже разгар рабочего дня. 2 часа разницы с Москвой – это слишком, считают предприниматели. Компания, в которой работает Николай, занимается таможенным оформлением грузов и международными перевозками. Документы, оборот, проведение платежей – все идет через столицу. Мы не можем передать данные, да, потому что мы передаем, они висят на почтовом ящике, на сервере в Москве. И все еще эти 2 часа мы как бы ждем, когда Москва проснется. Обратная ситуация вечером. В столице продолжают работать, а в Перми все государственные и банковские структуры уже закрыты. Я вот, например, работаю как отправитель, и железная дорога работает по московскому времени. И возникают точно такие же сложности с оформлением документов. Москва еще работает, а у нас как бы уже рабочие дни начинают заканчиваться. Ученые считают все проблемы из-за путаницы временных поясов в нашей стране. Время у нас сильно сдвинуто на восток. Прикамье, по мнению географов, уже 30 лет живет по меридиану Красноярска. Это нарушает не только экономические процессы, но и биоритмы человека. В нормальной ситуации в Кировской области, Удмуртия, Самарская, они в нормальной, у них вообще идеально. Вот. А у нас сдвиг настолько большой, что в мире такого больше почти нет. То есть мы сейчас, над нами фактически поставлен эксперимент. То есть насколько человек может вот с таким отклонением существовать. Перевод стрелок на час назад позволит жителям Прикамья вернуться к правильному, с географической точки зрения, местному времени. Предприниматели со своей стороны ожидают, что это даст положительный экономический эффект и подсчитывают, как вырастет КПД. Эффект будет, так как мы работаем в настоящее время полноценно с Москвой 6 часов. И если будем работать на час, на 2 больше, соответственно, коэффициент вырастет процентов на 25. Елена Закирова, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.